Ежовик желтый – хороший съедобный гриб. Растет одиночно или группами в хвойных и смешанных лесах с августа по конец сентября. Ежовиком этот гриб называют из-за необычного гименофора в виде шипиков, которые легко отламываются при прикосновении. Шляпка гриба мясистая, желтого цвета, а с возрастом приобретает рыжеватый оттенок. Гриб имеет приятный запах и вкус, но у зрелых грибов мякоть становится горьковатой, поэтому собирать рекомендуется только молодые ежовики, так как старые нужно отваривать, чтобы избавиться от горечи. Ежовик желтый пригоден для всех видов кулинарной обработки.